встань, покажись, Мишка, ты похудел, мне кажется, на сколько килограмм? Встань, пожалуйста. Да покажись, людям, посмотрите, наш шарик словно обратно в КВН вернулся. Да, он сейчас пионером был. Та-т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 а. Помнишь, мой любимый номер? Миш, сумасшествие, да, как ты добился такой формы? Что ты делаешь с собой? Ты похудел на Пашу визуально. Вечером просто не ешь, и все будет хорошо. А? Одним вечером, и все? Один вечер не поешь? Нет, каждый вечер не ешь, и все. Серьезно? Да, вечером. Каждый вечер не ешь? Каждый вечер Миш, не ешь. Если я каждый вечер не буду есть, я каждое утро не встану. Нет, Паш, тебя это не касается. Тебе надо есть как раз-таки. Не, но все равно иногда надо есть, в любом случае. Надо обязательно давать себе возможность побаловать себя, а то маятник может качнуться назад. А у тебя уже все, да? Возраст? Качается маятник? Что-то метафоричное было сейчас. Нет, я не это имел в виду.